Всем привет! Хочу снять небольшой ролик о состоянии хурмы через месяц после того, как я снимал предыдущий. Это было 8 сентября, сегодня 8 октября. И как выглядит хурма спустя месяц. Значит, вот так она выглядит. Это можно сказать, уже полная техническая спелость. То есть в этом виде можно ее снимать, вести на рынок продавать или ложить на хранение во избежание поражения морозами. В ящике, в подвал она прекрасно дозреет. Вот. Значит, что по хранению? Как избежать терпкости в недозрелых плодах? Как избавиться от танина, который и придает эту терпкость плодам хурмы? Значит, ну, первый способ — при полном дозаривании он сам исчезнет, ее можно будет употреблять, в ней практически не будет терпкости. Второй вариант — углекислым газом обработать место, где хранится хурма. И третий вариант — положить на хранение, ну, в пакеты, в ящики, в зависимости от количества, с яблоками. Яблоки, наверное, выделяют углекислый газ, поэтому она прекрасно дозаривается, и этот танин не уничтожается. Лучше, конечно, если есть у кого-то возможность, лесные яблоки. У них, с ними, при хранении с лесными яблоками, дикими яблоками, вообще идеально. Несколько дней, и можно вынимать и кушать без проблем. Вот так. Всего всем доброго.